катался на автомобиле, как всегда, и забрел Венский лес. Ну и сейчас нахожусь недалеко от Бадена, курортный городок Баден. Здесь очень красивые места открываются на такую горную реку, которая называется Швехат. Это у нас также аэропорт называется Швехат. И сейчас я пойду на мостик Бетховена, где он когда-то гулял, где он когда-то сочинял свои композиции, свои симфонии. И покажу это все вам, ребята. Здесь есть вот такая вот парковочка. Через дорогу есть кафешка, где можно покушать. И вот эта парковка, бесплатная парковка. Сегодня воскресенье, полностью все забито из-за того, что все отдыхают, все любят природу, все выезжают на природу с детьми, с велосипедами. И все здесь гуляют и дышат свежим альпийским воздухом. Вот я подошел к этому мостику. Мостик и дорога, которая уходит в лес, где когда-то любил гулять сам композитор Бетховен, который проживал в Бадене в 1821, 22, 23 годах. И свою самую знаменитую симфонию на весь мир, 9-я симфония, он как раз закончил писать именно в Бадене, который находится вот в эту сторону, в это направление. Здесь также есть велосипедная дорожка, называется Долина Святой Елены, дорога Долина Святой Елены. Все расписано, маршрут указан, маршрут номер 40. И я сейчас подойду. История этой местности также. И вот как раз этот мостик. Вот такая вот горная река. Огромное количество здесь есть форели, речной форели, вот в этих местах. Но, как вы знаете, друзья, здесь необходимо иметь лицензию, также заканчивать курсы для того, чтобы ловить здесь рыбку. Поэтому не все так просто. Если у вас есть разрешение, так это разрешение только на один водоем. Это стоит в пределах 200-300 евро, смотря какой водоем, на целый год. Ну и плюс нужно также делать курсы, сдавать экзамены и получать фиш-карту, разрешение на ловлю рыбы. Сейчас хочу посмотреть, есть ли здесь грибы. Ну и на грибы также есть свои правила, свои законы. И более 2 килограмм на человека в день запрещено собирать грибов. То есть они себе растут, они портятся. Это никого не волнует, потому что есть закон 2 килограмма на руки на человека. Все, что больше, считается это на продажу. И от этого надо платить налог или будет штраф. Пока я не нашел. Грибов пока нет. Но я думаю, еще рано, потому что сезон начинается в Австрии. Сезон грибов начинается где-то с конца сентября до середины конца октября. Так как здесь климат очень теплый, поэтому немножко попозже начинаются здесь грибы, и большинство это опята, которые здесь растут вдоль вот этой горной речки.
Вода чистенькая, чистейшая вода. Грибов я не нашел, наверное, еще не сезон, но ничего, нужно будет приехать в другой раз и еще раз посмотреть. Я думаю, недельки через две, не раньше, тогда, возможно, будут грибы. Ну, такое место отдыха, где можно приехать, отдохнуть, где можно погулять и подышать свежим воздухом. Минут 40 езды получается от Вены, 40 минут где-то. Я опять заехал на свои любимые виноградники выпить молодого вина. Ну и, конечно, пользуюсь моментом, пока классная погодка, пока тепло. У нас целую неделю обещают 30 градусов тепла. И это надо использовать по полной программе. Друзья, приглашаю всех в Австрию на молодое вино. Я уже 5-й или 6-й день подряд приезжаю сюда и бухаю так, что мама не горюй. Поэтому всем привет, и я пошел домой.